В поселке Петровское городского поселения Горки-Ленинские прошла рабочая встреча заместителя главы Ленинского района Александра Ускова с местными жителями. В беседе с гражданами обсуждались вопросы сферы жилищно-коммунального хозяйства, ремонта жилых домов и благоустройства территорий. Общение проходило в режиме «вопрос-ответ». Буквально в прошлом году закончилась масштабная реконструкция в поселке Петровское. Обновлялись дороги, придомовые территории и дома. Но радость жителей была недолгой. У ряда зданий обнаружились серьезные проблемы. Именно они и стали главной темой сегодняшнего обсуждения. Протечка крови на домах 3, 4, 5, 6, 7, 8 после ремонта организации «Тимстрой». Получить развернутый ответ на любой вопрос стало возможным потому, что в зале присутствовали руководители профильных служб. В случае с ремонтом домов представитель управляющей компании отчитался, что работа уже ведется. «Тимстрой» закупает уже сегодня, проплатил материалы, необходимые для проведения работ. Вот. На следующей неделе эти материалы будут уже здесь, и подрядчик будет своими силами проводить эти работы, которые непосредственно занимаются эксплуатацией. В ходе беседы с местными жителями обнаружился еще ряд недоработок со стороны подрядной организации, проводившей ремонт домов. На старую краску просто было наложено следующий слой. Соответственно, все это... Если смотреть на 54-й, он слева. 67-й прямо слева, напротив, да? Дорсервис. Все, принимаешь. Также на встрече рассмотрели ситуацию с реализацией проекта реконструкции очистных сооружений. Очистные сооружения у нас на данный момент закупка размещена. Где-то к середине июля мы будем обладать заключенным контрактом, и до конца текущего года мы должны выйти с государственной экспертизы. После этого, соответственно, будем планировать денежные средства. Кроме этого, на встрече были озвучены сроки проведения ремонта ряда многоквартирных домов и была рассмотрена инициатива граждан об организации территориального самоуправления.